Вот ты и попался, Жак. Ну супер, Тихичка хочет меня убить. Стоять, мопсик. Спасите, нет. Победил. Мамочка. Заткнись, тебе понравится. Шея, больно, пусти. Фу, тупой и жесткий. Еще. Хочу другую работу. Баба, это чудовище, убей. Наверное, новенькая. Тут тела. Кто такая баба? Ням-ням. Кто ты? Я баба. Ты крейзи. Я помогу. Черт, умер. Она его сожрала. Спасибо, капитан очевидность. Пока, народ. Дружище. Наша новенькая, это ужас. Держись. Я вижу свет. Какая гадость. Не уходи. Найди ее, прошу. Я верю в тебя. Догда, нет, нет. Будь ты проклята, баба. Догда, я за вас отомщу, я убью ее. Они ничего ее. Не понимают. Ну, покажись, мерзавка. Она точно где-то тут. Ага. Так, посмотрим. Это овечка? Это баба. Ой, то есть, это ты. Я прохожу терапию, клянусь. Убийца, ты за все ответишь. Друг, прошу, пойми. Не бей меня, нет. Мамочки. Ну, где ты, трусиха? Гадина. Господи, что это? Это же кладбище. Игрок, беги. Кравчик, милая, очнись, прошу. Игрок, у тебя еще вся жизнь впереди. Ужас, кошмар. Кто-то должен их похоронить. Друзья. Это все твоя вина, ненавижу. Я свяжу из тебя свитерок. Лучше мне убраться, пока он меня не нашел. Отпусти. Чего разблеялась, овца? Нет, прошу. Нет тебе пощады, психопатка. Убью. Я все тебе объясню. Нет, отстань от меня. Не смей убегать, черт тебя дери. Мне больно. Надо бы на диету. Последствия. Куда побежала? Как же ты меня задолбала? Почему? Я же черненькая и пушистая. Пронесло. Вали в другую франшизу, бесишь. Исчезла. От меня не уйдешь. Я найду тебя, баба. Где бы ты ни пряталась, твой час настанет. Он не шутит. Если бы он знал, через что я прошла. Можно было догадаться. Ой, больно. Похоже, мне конец. Последние слова, мерзость. Не убивай, выслушай, умоляю. Шлак, Элиот шлак, был расстроен мусор. Качеством игрушек. Даже на переработку не сдашь. Все испорченные игрушки он сбрасывал в яму, ко мне. Опять упали. Ребят, проснитесь, вы живы? Фу, гадость. Кто здесь? А? Есть кто живой? Что? Баба, помоги. Окончи мои страдания. У нее нет ног. Гадость. Ты что-то сказала? Понравился ужин? Не хватает только приправы. Вот. Вот гад. У меня есть достоинство. Но я так голодна. Надо бежать, баба. У меня не было выбора. О, нет, что ты делаешь? Я... еда. Нет, нет, надо сопротивляться. Но... еда! Кошмар какой. Тогда, значит, эти игрушки и так были обречены на смерть. Именно. Они бы не выжили. Мне так жаль. Прости, я не знал. Я чудовище. Меня еще никто не обнимал. Теперь ты не одна, подруга. Спасибо, спасибо. Вот и смерть, блохастик. Ой, угар. А ты кто? Меня зовут Баба Чопс. Не трогай меня, я хороший. А ты самая прекрасная девушка, что я видел. Ты темнейшая ночь, а твои глаза как две гигантские звезды, освещающие мой путь. Неужели Купидон пронзил мое сердце? Безумие, не любовь. Слюни побери. Ты словно ангел, шмякнувшаяся с небес. Очнись. Слушай, Лапуля, а ты тут новенькая? Нет, я просто редко тут бываю. Рад, что сегодня ты пришла. Я Догдой. Да, только дистанция. У меня дела. Пока. Думаешь, от меня так легко избавиться? Я не сдамся. Что-то мне здесь не нравится. Кто здесь? Я твой худший кошмар. Нет, мне не снятся кошмары. И я тебя не боюсь. А ты уверена, Крафти? Ты ведь знаешь, врать нехорошо. Умоляю, не трогай меня. Спокойно, скоро все закончится. Баба, помоги. Тут бродит убийца. Скорее сюда. А ну стоять, трусишки. Откуда она взялась? Я не хочу умирать. Чертова дверь. Привет, Лапуль, проблемы? О, мне просто надо войти. О, у меня как раз есть чем. О, Догдой, ты просто чудо. Проще простого, милаш. О, ну ты меня спас. Нет, пустяки, да. Спасибо. Без проблем. Пока, Догдой. Лучший день в моей жизни. Помогите, Догдой. Пустяки. А я и говорю, мусор это твои. Бедные болтушечки, это ваш последний смех. Вот ты где? Я так хотел тебя увидеть. Вот, я тебе подарок принес. Идеально. И я сам его приготовил. Из муки, молока. Привет, подружка.
И у меня для вас подарок. Приятного. Она такая добрая. Кусочек можно. Погоди, с ним что-то не то. Отвертся тортика. Получили. Ты попробовала торт? Ну, конечно, вкуснотища. Но я пойду, пока. Он ей понравился. Пока, любимая. А чего все притихли? О, нет! Буба, Крафти, друзья! Кто это с вами сделал? Какой злодей способен на такое? Нет, Хоппи, Пигги, вы тоже! Нет, девочки, откликнитесь, прошу, за что? Бобби, нет! Сейчас я тебя так отсинтифоню, Мишутка! Мы даже не знакомы, зачем ты это делаешь? Это весело, попробуй как-нибудь, только ты не сможешь! Кэтэп, на помощь! Бобби, держись, я иду! Скорее! Никто тебе не поможет, Мишутка, поздно! Пощади, я не удержусь, я упаду! Пощади, это слово мне не знакомо! Падай, давай! Все хорошо, я поймаю! О нет, черт, Бобби! О нет, подруга, ты жива? Ты меня слышишь? Нет, я за тебя отомщу! Попробуй, но закончишь так же, как они! Еще увидим. А теперь потухни, пастушье недоразумение. Эй, ты чего сюда? Отрыжек напускал? Как тебе? Получи. Куда она делась? Я потерял целую овцу. Я предупреждала. Какая? Я непобедима. Баба Чопс, а я тебя уже обыскался. Слушай, я тут подумал о нас и решил, что хочу провести с тобой остаток своих дней. Остаток дней? Ох, ну, конечно, я согласна. О, Док, да я так счастлива. Никогда не думала, что скажу это, но я... Ой, ну блин, нет! Рановато они завяли, тебе не кажется? Кто там? Нет, только не смотри! Друзья, что ты сделала? Ты монстр! Нет, как ты можешь так говорить? Я люблю тебя, Добби! Я хочу быть с тобой! Отвали от меня! Я тебя больше не люблю! Я влюбился в Лос! Но ты любовь моей жизни! Я никогда тебе не врала! Баба, я люблю! Отойди! Добби, что же я наделала? Я чудовище! Убила любимого! За что? Я не хотела! Вот таки. Кто здесь? Не надо было ужастики на ночь смотреть. Ага, кто тут есть? Ох, бедные игрушки. Хватит прятаться, я знаю, ты тут. Привет. Слендермен здесь. Такой противный. О, боже. О, фонарик Рэйби. Оф, поймала. А монстр, куда он делся? Исчез? Уф, наверное, показалось. Что такое? Дорогуша. Нет, длинные ноги Слендермена. Привет, дочуля. Я его дочка, ужас какой. Не знаю, кто он такой, но я тебя... Нет, прошу. Девочка моя, я тебя нашел и больше не отпущу. Ты меня не узнаешь? Ты, хватит меня трясти. Я ее убил. Почти. Пойдем домой. Нет, отпусти меня, кретин. Прям баба-яга. Укусила. Ой, шлепнулась. Проваливай отсюда, каланча. Детка моя, я пытался. А? Бедная баба. Вечно ко мне всякие психи пристают. А? Привет, баба. Уф, малыш, у тебя тушь потекла. Глупыш, малыш. Ой, мышь, у тебя плохи. Слушай, твой папа. Плохи. Нет, стой, баба, послушай. Назвал меня дочерью. Жестоко. Ай, пусти меня, крыса крылатая. Тихо. Он твой папа. Ложь. Ну, послушай. Я тебе расскажу, я видела, как твой папа говорил с папой Кэтнепа. Сделай что-то со своей дочерью. Смотри, что она сделала с моим сыном. Господи, котенок, проснись. Не проснется он, кретин. Теперь он овощем лежит в коробке. Из-за тебя твой отец сильно получил по морде. Держитесь от нас подальше. Тяжело быть отцом. Баба! Баба, где ты? Нет, отойди, бешеная. Но ты была абсолютно неуправляема. Хватит ржать! Малыш, ненормально. Я там все! Детка, ты в порядке? Брат, я могу объяснить? Задница моя объяснять будет. Пора! Папа, мне плохо. Детка, считай ты труп, понял? Стой! У нее расстройство внимания! За что? Мерзавка! Я оплачу похороны. Крови мне! Мне жаль, милая. Жаль! Нет, ради папа, твоей защиты твой меня. Отец хотел запереть тебя. Я должен. Нет! Надо бежать! Дед, я стой! Хотела помочь, но нет. Как? К тому же, это не мое дело было.
Посмотрим, ничего интересного. Ребята, бабу скоро тут запрут. Ребята? Рыби? О, нет. Здорово. Но толку от него было мало. Ты слишком дорого мне обходишься, так что вот. Третик. С этими отщепенцами не бросай меня. Мне правда жаль, я не знаю, что еще делать. Ну, разве что на органы. Не-не-не-не, прости, малышка. Папочка, нет. Веди ты себя иначе, все было бы по-другому. Да, давай поиграем, овечка, мы тебя приветствуем. Эти чудики хотят дружить, но не... О, папа, открой, умоляю, я не хочу быть тут. Прости, есть хочу. Надо было сказать раньше, но теперь это не важно. Теперь ты знаешь. Заткнись, он меня не любил. В чем дело? Вот тебе, получи, ну-ка, нравится. Клянусь, батя, прошу, меня дочь. Так что ты сделаешь? Папочка, я спасу тебя. Детка, не высовывайся, о нет. Закругляемся. Легко. Что, ты что такое? Я ужасная дочь Слендермена. Вам конец! Нет, все, мы уходим, не бей! Трусы! Да, папа, ты живой? Прости, я плохая дочь. Плохая? Это все из-за меня, ты... Все хорошо, детка. Да, люблю тебя. А я тебя, доченька моя. Теперь это и твой дом, баба. Святые овцы, правда? Я всегда хотела жить в таком красивом месте. Спасибо, милый. Отлично. Чего? Что это? Странно. Пойду проверю на всякий. Привет, тут кто-то есть? Я же слышала. Покажись, ты пугаешь меня. Готовься к смерти, Кира. Никогда не теряй бдительность рядом со мной. Твое время пришло. Это конец, мама. Нет, за что, доченька? Амора. О чем это ты? Это не моя кровь? Игрушечный нож и краска. Ой-ой, чувствую угрозу. У вас большие проблемы, леди. Представляешь, как страшно увидеть девочку с ножом? Тише, милый, она пошутила. Наш юный комик. Расслабься. Не потакай ей. Лучше иди готовь. Как пожелаешь, грубо. Надеюсь, мой переезд не был ошибкой. Мама, о, привет, солнце. Может, добавим еще ингредиенты? Будет здорово! Отличная идея! Ага. Кладем курицу! Класс! Да! Минутку! Придумала! Раз мы добавили курицу, может, положим еще разных штук? Малышка, разве так надо? Выглядит небезопасно. Что еще? Ах да! Я сохранила это на особый случай! Малышка, стой! А, что ты делаешь? Мой суп! Зелье – неподходящий ингредиент. Но, мам, я хочу попробовать! Пожалуйста! Прелесть! Сделать исключение? Ладно, выливай в суп. Ты лучшая! Ого, что-то не так! Я просто хотела веселья! Ой-ой-ой, это мама, лучше убрать! Мама, мне страшно! Я должна была предвидеть это! Боже! Я не хочу умереть! Мамочка! Нет! Малышка, держись, милая! Это правда мой конец! Ну же, быстрее! Да, я сделала этот суп! Ты не пострадаешь! Мне страшно умирать! Мама! Получилось! Снова проблемы! Мама, баба! Моя героиня! Спасибо, что спасла! Милая, я всегда рядом! Обед готов, попробуй блюдо дочки! Да, отвратительно! Спасибо! Кажется, выбора нет! О, нет! Рада, что нравится. Прости. Ты в порядке? Смешно вам? Убери гостиную. Сейчас же. Но я... Да, милая, уже иду. Может, переезд сюда все же был ошибкой. Но наша девочка ангел, верно? О, нет. Мой шедевр готов. Мамуля. Это ты сделала? Я покажу тебе. Я не думала, что тебя это расстроит. Я долго была терпеливой с тобой. Прости, прошу, мам, не бей свою дочь. Что, ты не убьешь меня? Неужели? Я тоже своего рода художник. Это классно. Ура! Здорово. Замри. Готово, жуткая марионетка. И ты. Святые овцы, летающая кукла атакует. Минуту. В гостиной еще хуже. Что ты мне скажешь? Прости, милый. Пронесло. На этот раз не поймает. Ой, нет! Будь нормальный! Мы просто веселились, я и... Дочка! Стоп! Дорогой!
почему все кружится? Мы на карусели? С меня хватит! Мы попали! Иди сюда! Мамочка! Ой! Убирайся! Не хочу тебя видеть! Мамуля! Не валяй дурака! В комнату! Где она? Мама, папа! Он был так груб, я даже не могла ответить! Вот и все! Стоп! Она уезжает! Я не дам этому случиться! Куда собралась? А ну обратно! Нет, я не хочу, папа! Ты сильнее меня! Но я не дам маме уйти! Выбирай, я с ней или я без тебя! Нож? Снова твои трюки, а? Ну, испачкай меня краской! Что? Ну же, мама, папа! Скажи мне, что ты еще близко! Нет! Неужели я должна оставить их? Мою малышку! Не уезжай! Я люблю тебя! О, милая! Мама, папа! Я рядом! Нет, только не сожжение! Уберите этот цвет! Не смейте никогда больше! Я Догдей, приятно! Это невзаимно! Да что не так? Ты и твое солнце! Но, По, я хотел подружиться! Нечестно! Что? Догдей? Что такое? По ненавидит меня! Как и все! Забей! Рано или поздно подружитесь! Но, да! Смотри, какая благодать! Минутку! О, мой пес! Бежим отсюда! Стой! Шторм? Это все По! Мой кулон активирует тучи, что закрывают солнце! Вы больше не увидите его свет! О, пес! Что нам теперь делать? Стой на месте! Почти все, Бобби! О, да! Смотри! Как красиво! Класс! Что? Туча? Не ожидала дождя! Нет! Нет! Ловлю! Уже лучше! Ура! Почти готовы к соревнованию! Ой-ой! Что с неба? Восстаньте, погасшие! Подъем! Пора подкрепиться! Готовьтесь к встрече с могучим Пики-Лики! Много хаоса и огня? Это по мне! Саймон Смоук здесь! Я знаю твою тайну, Саймон! Не бойся, своих не палю! Алистер тоже сразится! Как вздремнет! Кошмарные звери! Эй, По! Верни солнце раз и навсегда! Думаешь, я шутки шучу? Неважно, я схороню его за облаками! Не выйдет! Схоронит тебя, По! Кэтнеп, стой! Верни солнце! Что если нет? Успокойся, Кэтнеп! Я позабочусь об этом, поверь! Все в порядке! Я закончила свой портрет! Нет, мой рисунок! Зачем так жестоко со мной? Отдай! Бабочка! Стой! Зачем вы это делаете? Это и есть наш конец! По должен быть где-то тут. Вот он! По! А? Чего тебе? Солнце не так ужасно! Кэтнеп, Догдей, где вы, ребята? Мне страшно! Ой-ой! Пики-Лики! Я не хочу проблем! Они все равно будут! Просто бежим! Нет, поста! Ты мой! Если только я не надаю тебе! Что? Ребят, на помощь! Прошу, верни его обратно! Мечтай, глупый пес! Как бесит! Может, поговорим с Саймон? Это неинтересно! Умри! Не трожь моих друзей! Чё? И как мне выиграть? Ты не должна этого делать! Смеёшься? Мне это нравится! Я просто сильно любую, за что меня убивают! Почему не любишь солнце? За что? Не слышу, собачонка! Ладно. Так достаточно громко! Как шумно! Что? Смотри, что ты сделал с плеером! Ладно, давай объясню. Солнце не вернется! Нет, помогите! Вот, слышал! А? Что? Кулон светится! Эй, это не так плохо. Ты многого не знаешь о нем. Тебе конец! О, мой дракон! Солнечный огонь? Солнце наш лучший друг! Красиво! Оказывается, даже неплохо! Я так не играю! Дай мне руку! Что? Хорошая? Почему? Солнце! Готово! Спасибо! Огонь! Укусил и все! Жесть! Мне едят! Я больше не увижу облаков! Может, послушаешь меня? Дай подумать. Ага, держи мой кулон. Догдей, как мило. Знаешь что, мы не такие уж и разные. Оба хороши. Мы отличная команда.
Ичлики, контролируй себя, не будь жестоко! Стой! Не надо так, чувак! Было жестко! Зачем тебе это? Ты знаешь, что происходит и почему? Кэтнеп, я покажу, что лучше тебя во всем! Не понимаю, о чем ты, Ики-Лики. Это абсурд! Абсурд? Да? Ты не помнишь, что сделал? Я вот да! Эллиот искал последнего зверя. Я готов, выбери меня! Эллиот? Все очевидно, я сильнее. Замолчи, рот. Лады, но Эллиот выберет меня. Конкурс даже не начался. Погоди у меня. Чтобы пройти, нужно сдать простой тест. Войдите. Что? Большое спасибо за возможность, Эллиот. Кого выберешь? Решай. Что? Круть, дайте подумать. Сложно выбрать сразу. Я лучший зверь. О, какой сильный. Класс, что? Ну, вонь такая же сильная. Эй, не говори так. Я мылся неделю назад. Еще шанс, издеваешься, даже лапы мерзкие. Мне очень жаль, очень жаль. Ты все страшнее. Не хотел быть грубым, прости. Я Кэтнеп. Милашка. Отверг меня ради него. Приятно пахнешь лавандой. Стой, что? Ты не выиграешь. Выиграешь. Что? Кэтнеп, ты новый улыбака. Правда? Не верится? Мне тоже. Это все он. Я делал свою работу. Моя работа — выбрать меня. Это должен быть я. Я намного лучше Кэтнепа. Это не входило в сделку. Пофиг на сделках. Ты даже не улыбаешься. О, нет. Я не позволю этого в Playtime.co. Что такое? Бери лягушку. Вы не можете. Я сильнее. Что ты? Так-то, Эллиот. Я убью тебя. Только попробуй. Нет. Молодец. Стой, не делай этого. Ты у меня успокоишься. Ой, темнеет в глазах. Ладно. Рад, что ты не принес нам еще больше проблем. Пока. А, голова болит. Яд, не бросай меня. Я не хочу умереть, тебе забыто, как остальные отвергнутые звери. Эй, погодите. Это же кладбище. Что же мне тут делать? Жутко. Я узнаю этот голос. Баба? Мне наконец принесли свежей еды. Сюда! Баба Чопс, послушай. Я не враг, ясно? Молчать, еда! Она меня уничтожит. Выходи, где бы ты ни был. Я знаю, ты где-то близко, Инки. И я тебя найду, слышишь? Тут все так одинаково. Мною овладел голод. Что это? Спускается лифт. Я буду свободен. Секунду. Это что, Кэтнеп? Ты заслужил быть тут, Ики. Кэтнеп, дважды трюк не сработает. Смотри под ноги. Я просто хотел выбраться. Несправедливо. Кэтнеп. Сработало. Я вернусь. Я готов. Но готовы ли они к смерти? Вам не сбежать от моих когтей. Есть хочу. Что за запах? Не знаю, но хочу как можно скорее попробовать. Кто-то готовит рыбу, если я не ошибаюсь. О, да. Хочешь? Конечно! Выглядит здорово, согласись. Почти готово. Как раз кстати. Они прекрасны, пиги. А то, я тоже хочу. О, я уже не могу ждать, прошу, пиги. Последний переворот. Последний для вас. И спасибо за угощение. Вкусно. Посмотрим, когда они заметят. Я так рад их попробовать. Секунду. Куда делась вся рыба? Они же были тут. Обожаю такие моменты. Как весело. Ты был такой голодный, что стащил их? Я этого не делал. Не обвиняй меня в своих ошибках, Пиги. Твои кулинарные навыки превосходны. Было весело. Док, ты сейчас будет есть стейк. Ты права. Идеальное место для преступления. Как долго я этого ждал. Скорее бы попробовать. Что? Что это было? Теперь он мой. Вернемся к делу. Секунду, куда он делся? Мой идеальный стейк пропал навсегда. Нет. Иди, да ты! В чем дело? Ты в порядке? Ты его я украла. Ничего не украла! Я тебя прошу, верни мой стейк! Смотри, Беба хочет напасть на Китина. Может, тебе надо успокоиться? Как считаешь? Боишься маленького ягненка, дружливый цыпленок? Не трогай меня! О, точно, я же могу лететь! Ты никуда не пойдешь! А ну быстро спускайся! Я повторять не буду! Самый полезный мой навык! Кто ты? Алистер, рад знакомству! Я просто помогаю тебе!
Так нечестно! Кинем камень в их огород. Буквально! Сделаем это! Секунду! Вы это слышите? Ну же, Кэтнер, вперед! Еще чуть-чуть! Что это в меня прилетело? Ну ладно! Сколько еще толкать? Еще пару шагов! Что за звуки? Тоже слышишь? Наш последний шанс! Что? Нет! Было близко, спасибо, Кэтнеп. Пронесло. Смотри, как летит. Камни? Камни, смотри! Сейчас не время спать. Мы сейчас умрем, Алистар. Это не просто так. Да это дьявол. Улыбчивые зверьки не может быть. Улыбчивые зверьки снова победили. Помоги нам, Алистар Галдар. Я иду, Беба. Давайте-ка я разберусь, ребята. Я спасу вас. Я бы сейчас прилег на минутку. Ну что, получили? Так-то. В конце концов, они правы. Я монстр, которого никто никогда не полюбит. Который только хладнокровно убивает. Я не выбирала быть такой. Да вы издеваетесь. Она плачет? После всего, что ты сделала, ты еще и плачешь, Беба, чё? О, нет! Подожди, Нонды, я помогу! Это все твоя вина, убийца! Прости, я не знаю, как так получилось! Ты серьезно? Ты наслаждалась, пока делала это, но мы этого не заслужили! Я был с Кэтнапом, мы играли и веселились. Эй, зачем ты сломал моего робота? Ты заплатишь! Прости, Дагдэй. Секунду. Что там такое? Кажется, они не играют. Верни мне моего мишку! Она считает это честно, не так ли? Я покажу, что она не права. Будешь моим новым, что? Легкотня! Господи, что ты сделала с моими ушами? Ты что, с ума сошла? Надо играть с тобой, как с игрушкой. О май год, Хоппи мертва. Нет! Закрой рот, она нас услышит. Бежим! Что это там? В укрытие. Нам кранты. Что теперь? Придумай что-нибудь. Что за звуки? Не надо. Никакой пощады! Плохие дела. Бобби? Ты в порядке? О, не боже. Переживай, скоро вы увидите! Зачем ты это делаешь? Вы должны страдать, как я! Нет, все наши друзья мертвы! Это плохо! Надо убираться, пока она не... От нее никак не отделаться! Придется разделиться! Ты не в ту сторону! Я не хочу так умирать! Это... Хобби-хоп-скотч! Ты тоже мертва! О, нет! Она где-то здесь, я знаю! Беба... Кажется, ушла. Было близко. Ты правда близко? Беба, прошу, хватит! Ты не должна этого не делать! Нет, пощади его! Хватит убивать нас! Он не злой, как и все мы! Я не знаю, ты так считаешь? Потому что я нет! Что ты делаешь? Нет, хватит! Я больше не могу! Мой лучший друг! Нет! Это легче, чем я думала! Твой черед! Беба! Не заплатите за то, что сделали! Убила их за то, что они тебя отвергли! Беба Чоп, ты еще не знаешь, что такое боль! А это боль! О, мой пес, я еще жив, надо идти! Куда пошел? Секунду, я всех их убила! Ты во всем виноват, и ты это знаешь, Беба! Хватит так говорить, мне жаль! Убийца не может быть жаль! Я не хотела это делать, клянусь, но сделала! Этот кулон ее контролирует! Какой умный! Жаль, что ты все равно умрешь, пожалеешь об этом. Говори, что хочешь. Ой, ты не можешь. Вы все заплатите. О, крафти светочей моих. Что тут у нас? Кэтнер. Я так тебе люблю, мой сладкий пирожок. Что это было? Никто не должен этого знать. Но я влюблен в нее. Кажется, у меня идеальный план. Ау? Видимо, показалось. А чем мы? Поцелуй меня, милая. О, мой кот! Куда делась моя фотография? Не может быть. Нет. Как смешно. О, кто-то идет. Как раз вовремя. Эй, Кэтнап! Где она? Что? Крафти? Как дела? Просто пришла поздороваться. Ты видела это? Приют выглядит отлично, не так ли? Знаешь, что еще отлично выглядит? Ну, узнаешь сама. О! Ты все не так поняла. Ты что делаешь с моей фотографией? Я ничего не делаю. Мне просто понравилась фотография, и я ее оставил себе. Крафти! Я потерял все, что мне дорого. Кто смеется? Рэби? Это все ты, не так ли? Какой умный. Конечно, это я, глупый кот. О, я знаю много твоих секретов. Ты издеваешься.
Никакой приватности. Бедный кот. Хватит елозить! Она милейшая девочка, которую я видел. Я готов. Поджидаю следующую жертву. Привет, Беба Чопс. Доброе утро. Кто это? Доброе утро, Добби. Ему будет получше. Ему кранты. Я просто хотел сказать, что мне нравится твоя шерсть. Она милая. Ты так думаешь? У меня есть подарок, чтобы доказать это. Закрой глаза и понюхай. Понюхать? Ладно, я готова. Та-да! Святые ягоды! Это тебе. Смотри, куда делись твои розы, парень. Догдей, какая мерзость. Это была ошибка. Рэй, бэйби. Чтоб тебя. На твоем месте я бы обернулась. Ей так мерзко. Прости. Считай себя ходячим. Идеальная цель. Я просенья меня. О, мне нужен нож. Подожди меня, Тор. Сейчас я... Привет. Это твой торт. Выглядит вкусно. А? Не трожь мой торт, монстр! Пора бежать. Как весело. Спасибо за торт. О, я кого-то отсюда слышу. Никто не смотрит. Время для макияжа. Макияжа? Чудно. Никто не должен об этом знать. Ну, они все равно узнают. Что? Наверное, это ветер, правда? Ветер перемен на всю твою дальнейшую жизнь. Что? Что это было? Ау, оставь меня. Мне не нужны проблемы. Прости, я всего попыточку, леди. Ты чудовище! А ну, удали! От этого зависит моя жизнь. Прошу, умоляю, Рэбби! Что это? Это Буба! Он такой милый с этим макияжем. Я был не готов раскрыть свой сокровенный секрет. Как жаль! Да. На позицию, мы покончим с этим. Секундочку, почему все на меня так смотрят? Хватит! Мы с вами друзья, ребята! Ты заплатишь за то, что сделала! Простите, я не виновата! Молись! Ты влюблен в Крафти, Беба в Догде, а Ики в Фигге! Рэбби! Но она права! Это неловко, но да! Да. Не трогайте Спасибо, меня. Спасибо, что сказала. Ты честная. А честных мы любим. Готова, Рэбби Мэйч?